Всем доброе утро. Пермики обсуждают возможную хитрую рокировку, придуманную краевыми властями. Потенциальный переезд музея Пермь из здания речного вокзала в бывшее транспортное депо, а Пермской галереи в здание речного. И эксперты, и рядовые горожане единодушны. Современному искусству может быть весьма неплохо в здании бывшего трамвайного депо на Разгуляе, почти как на винзаводе в Москве. Но вот для коллекции художественной галереи здание бывшего речного вокзала совсем не подходит. Пресс-атташе музея Пермь Иван Козлов заявил в интервью «Бизнес-классу», что, цитирую, «такой вариант развития событий – это полный позор, который будет свидетельствовать о беспомощности властей. Галерее необходимо, наконец, новое специально созданное здание, остальное – унизительные для всех компромиссы». Директор художественной галереи Юлия Таврезян в интервью «Эху» подтвердила, что планы подобного переезда с ней обсуждаются, и добавила, что она не уверена в пригодности здания бывшего вокзала для галереи. Цитата. «Здание надо обследовать очень серьезно, потому что, судя по прошлым результатам, там есть плесень, которая недопустима». Виртуальный фотопоединок недели. Владимир Кличко выставил у себя в Твиттере вот такое фото. Он на фоне плаката со Шварценеггером в идентичной позе. Спустя несколько дней пришел виртуальный ответ от Арнольда. Интернет-пользователи в диком восторге. А это, пожалуй, самый популярный ролик недели. Называется «Белочка на утреннике». По всей видимости, снято кем-то из родителей. Это была интернет-пробежка. Хороших вам новостей и увидимся.